Ребята, всем привет! Всем привет, мои дорогие! Всех рада видеть на моем канале. Сегодня пятница. Я так рада, что наконец пятница. Честно говоря, с каждым разом неделя становится все сложнее, все напряженнее. Какие-то, вроде бы, знаете, вроде бы немного работы, но с учетом того, что у нас просят и там поработать, и то сделать. В общем, я занимаюсь фактически не только своей работой, но еще, не знаю, мне добавили, наверное, 3-4 работы, обязанностей, которых у меня раньше не было. И, честно говоря, иногда я просыпаюсь среди ночи и думаю, не забыла ли я чего-нибудь. Ой, ну это так, просто хотела с вами поделиться, что... В общем, да, иногда работать в системе здравоохранения не так прикольно, не так здорово, но, тем не менее, все мы понимаем, что это связано, опять же, с этой пандемией, которая все никак нас не оставит в покое. Канада готовится ко второй волне пандемии. Некоторые резиденции в провинции Квебек уже закрыты в связи с этим. Ну, как закрыты? Закрыты, я имею в виду, что когда обнаруживается... 2 или 3 подтвержденных случая среди пожилых людей в этой резиденции, то резиденция закрывается на карантин. Так вот, у нас в Лорантидах уже началась эта вторая волна закрытий, в связи с чем, как это сказать, нагнетается немного общая обстановка, общее настроение. Сегодняшний выпуск, мои дорогие, посвящается медицине, небольшим новостям, которые я получила в последние дни. Дело в том, что Санте Публик, провинции Квебек, в частности, Санте Публик того региона, в котором я работаю регион Лорантид, снова открывает набор на санитаров. Санитар – это препозео бенефисьер. Об этой специальности есть мое отдельное видео. Если небольшая предыстория, то вы, наверное, слышали, может быть, не слышали, но в последнее время в Канаде наблюдается большая, даже я бы сказала, огромная нехватка по этой специальности. Людей не хватает, катастрофически не хватает. Их пытаются найти где только могут, ну вот пытаются переманить из других специальностей в том числе. В частности, на днях к нам пришло такое внутреннее сообщение для работников системы здравоохранения нашего региона, что начинается второй набор на эту специальность, и в первую очередь они предлагают отправлять резюме тем, кто уже работает в системе здравоохранения. Но, конечно, позиция открыта и для других людей, для всех желающих. Первый набор был, по-моему, в июле, по этому поводу даже были статьи в газетах, печатали, приглашали людей. То есть это специальность санитара. Обычно это образование 1,5-годичное в колледже, но в связи с последними событиями, с этим коронавирусом, эту специальность облегчили и... Ее преподают в течение 3 месяцев, то есть в течение 3 месяцев они формируют вот этих санитаров, которые уже готовы выйти в бой, готовы начать работать в домах престарелых, в общем, где их попросят. Итак, первый набор был в июле, и сейчас объявили о втором наборе. Это, в общем, вот эта формасьон, она в течение 3 месяцев, как я уже сказала, 375 часов. И что еще интересно в этом моменте, это стипендия, которую правительство нам предлагает, это 9210 долларов, если вы пойдете туда учиться, ну и, соответственно, на выходе у вас будет зарплата. В последнее время, опять же, по этой специальности повысили заработную плату. Раньше это было, если я не ошибаюсь, что-то там 17-18 долларов. Сейчас по ней предлагается 23-24 доллара. То есть они всячески пытаются заманить людей по этой специальности. И, вы знаете, в общем, просто хотела поделиться с вами мыслями по этому поводу, потому что...
Не так давно у меня было интервью с миграционным консультантом Сергеем, который упомянул, когда он рассказывал о том, что врачи, которые эмигрируют из наших стран, ну, которые хотят эмигрировать из наших стран, как возможность для, как способ эмиграции, они могут отправить свои документы напрямую в больницы, в какие-то, может быть, отдаленные провинции, отдаленные городки. И что даже были случаи, когда люди приглашались в эти провинции, в эти города для того, чтобы работать уже на месте в больнице, но при этом заключался договор, и по которому человек работал, выполнял какие-то обязанности в этой больнице. Ну, человек имеется врач, наш врач, но при этом он делал какую-то, ну, там, обучение при этом проходил, чтобы стать врачом здесь. И вы знаете, я вот, у меня такая возникла мысль, что а почему бы нашим медсестрам, которые тоже ищут способ для эмиграции, а почему бы не попробовать и не отправить напрямую резюме в те же самые дома престарелых, в те же самые больницы, на те же самые сайты вот эти государственного здравоохранения, которые нанимают работников. Вы знаете, я не знаю, насколько это возможно, насколько это вероятно найти работу, но я подумала, что вот если бы, наверное, я была медсестрой сейчас в России, и если бы я знала, насколько сейчас вот Канада нуждается в этой специальности и в специальности санитара, и что у меня есть возможность, в принципе, работать по этой специальности, приехав сюда, то я бы, наверное, попробовала, я бы, наверное, поотправляла свое резюме и посмотрела, какой будет ответ. Знаете, потому что вода не течет под лежачий камень, и кто знает, может быть, это может быть как одна из вероятностей получения разрешения въезда в эту страну. Потому что, ребята, честно говоря, мы движемся в том направлении, что специальность реально, реально востребована, что катастрофически не хватает людей. Мы, другие специальности в системе здравоохранения, отчасти работаем уже, наверное, полгода, тоже как санитары. То есть лично я работаю как санитар, потому что у нас, ну, не только как санитар, но у нас ввели где-то полгода назад, я частично немножко об этом рассказывала, у нас ввели дежурство, и как бы ты не можешь отказаться. У меня дежурство где-то один раз в 3 недели, я должна выходить как санитар, я должна работать как санитар по этой специальности, потому что огромная потребность, и вот, ну нет ресурсов, нет людей, которые бы могли восполнить эту специальность и покрыть вот этот недостаток в этих людях. Поэтому, ребята, вот такие мысли сегодня у меня, поделилась с вами, потому что это напрямую касается тематики моего канала «Медицины в Канаде». Делайте выводы, делитесь своими мыслями. Я желаю вам прекрасных выходных. Я желаю себе прекрасных выходных. У нас впереди 3 выходных. Я желаю вам отличного, классного настроения. Желаю вам всего самого замечательного. Оставайтесь здоровыми, оставайтесь в форме, оставайтесь активными и оставайтесь на моем канале. Всем пока!